Привет, ребятки! Ну что же, в тему о том, реальные ли снимки с Google карт или нет. А помните, когда мы просматривали на трансляциях карты, были всякого рода обрезанные карты, замыленные, какие-то расплывчатые. Кто-то говорил, что это все баг карты, кто-то говорил, что так снимает спутниковые снимки, то, что не обрезано, так и должно быть, но, собственно, история из реальной жизни. Всю свою осознанную жизнь я ездила по этой дороге на море, вплоть до 14 года и 14 включительно, но из-за военных действий 9 лет меня там почти не было. Дорога прямая, ничего не предвещало беды, навигатор тоже вел по этой дороге. Асфальт, хорошо видно море, дорога на возвышенности, все села, которые находятся возле моря в низине, идеальная дорога на море, едешь, наслаждаешься красотой. А теперь самое интересное, видите вот это место, где идет склейка карт? Так вот, навигатор-то меня вел правильно по этой дороге, по которой я всю жизнь ездила, но дорога резко заканчивается и сворачивает в поле, то есть по навигатору мы ехали как бы в поле. Никто не понимал, что происходит, но, как говорится, дорога, мы и едем. Потом уже по указателям выехали. На этой карте видно, что там строится дорога. Год съемки, понятное дело, не совпадает с тем, что написано под картой, но вы видите кусок обрезанной дороги и старый снимок, наложенный на него. Или всего счастья следующее. Несуществующая дорога на карте, но вполне существующая в реальности, по которой мы ехали, а старая дорога просто как бы заблокирована. Но мы вернулись на предыдущую дорогу, едем-едем, и здесь обрыв. Просто съехала дорога. Даже не так. Скорее всего, здесь был какой-то оползень, и часть дороги ушла вниз. Но никаких опознавательных знаков, ничего не было. Скажу, это было весело, неожиданно и довольно-таки экстремально. Вот как это счастье выглядит с земли, уже в низине. Все, что снято с космоса, все реально. Но с приписочкой на то, что могут быть свежие снимки заменены на старые, дабы сокрыть какую-то информацию. Вот вопрос, зачем было скрывать эту дорогу и этот объезд, для меня до сих пор непонятен. Но это был ценный опыт.